Я в это ужасное время боюсь остаться в разрухе, без света, без газа, без воды. Это ужасно. И только благодаря Хеседу, благодаря тому, что у меня есть помощница от Хеседа, Галя, она мне приносит продукты, убирает, помогает готовить еду. Алла, куратор, могу к ней в любое время обратиться по любому вопросу. Это такая помощь от Хеседа. Это такое спасение моральное. Я уже полгода не выходила на улицу. Я еле передвигаюсь по квартире. И только благодаря тому, что Хесед и Joint выдали мне смартфон, я могу по Zoom общаться на конференции, и это спасает, это общение просто спасает. Горячая линия Хеседа помогает. Я сама волонтер горячей линии, и если могу кому-то помочь, кому еще хуже, чем я, хотя бы морально, я стараюсь это делать. Я хочу сказать всем спасибо, огромное спасибо Хеседу, Джойнту, нашей общине еврейской, всем людям, которые находятся далеко-далеко, но помогают, чем могут нам, заботятся о нас. В этой квартире я одна, но я чувствую эту помощь все время. Это меня спасает. Я желаю всем мира, мира и мира.